В эфире информационного канала Севастополя новости, в студии Арсений Ковалевский. Смотрите в этом выпуске. Опасная зона. В Севастополе утвердили список пляжей, запрещенных для купания. Скрепили подписями. Профильные департаменты правительства и законодательного собрания подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Снести нельзя помиловать. Автодор демонтирует незаконно возведенные строения на улице Кисаева. Доступно каждому. Общественный экспертный совет при губернаторе Севастополя провел открытое заседание для граждан. Знак качества «Севастополь» закреплен за всеми виноделами отрасли. В городе утвержден перечень зон для купания и определены места под сезонную торговлю бахчевыми. Кроме того, утверждена программа газификации региона. Подробнее о постановлениях, принятых сегодня правительством Севастополя, расскажет Анна Малышко. По государственной программе на газификацию Севастополя до 2020 года выделят более 2 миллиардов рублей. Сейчас сельская зона не газифицирована на 80%. В этом году запланированы проектно-изыскательские работы по реконструкции газораспределительных станций и строительству кольцевого газопровода через Балаклаву и Фиолент к бухте Казачьей. Голубое топливо придет в село Байдарской долины и на Максимову дачу, в Любимовку, Фруктовое, Орловку, Полюшка и поселок Солнечный. В результате реализации мероприятий программы «Природный газ» получат более 20 тысяч жителей сельской местности. По результатам выполнения программы также будут газифицированы поселок Любимовка, Инкерман, поселок Микензевые горы, 5-й километр Балаклавского шоссе. Когда мы планируем приступить к практической реализации? Программа сегодня. Мы начинаем работать с уксом и с севгазом. Хорошо. Это отдельный вопрос на контроле и ежедневный доклад по результатам. Купаться запрещено. Такие таблички в Севастополе появятся в 49 зонах. Правительство утвердило перечень оползневых и природоохранных территорий, где в воде имеются опасные предметы, а спасательные вышки возвести невозможно. Губернатор раскритиковал подчиненных за промедление с установкой предупреждающих знаков. Достаточно 2 людей посадить, да, чтобы они на фанерках эти знаки сделали. Вопиющее безобразие, да, вопиющее, подчеркиваю, безобразие, вот, и вакханалия в работе. То же самое, готовьтесь, материалы по вашему ведомству, управлению, переданы в Следственный комитет. Винодельческую продукцию защитили географическим указанием. Севастополь. Крупные игроки отрасли, государственное предприятие и представители Инкерманского завода марочных вин решение правительства поддержали. А вот группа депутатов и частный винодел Павел Швец выступили против. Они предлагали ввести 2 географических термина – Севастополь и Севастопольское. Чтобы в случае, если в городе все-таки появится так называемое элитное вино, а его продвижением занимается частная ассоциация виноделов, закрепить знак качества только за одним брендом. Правительство утвердило документ без изменений. Он будет учитывать интересы всей отрасли, а не узкой группы лиц. Производители винодельческой продукции поддержали наименование защищенного географического указания «Севастополь». Из 12 9 проголосовало «за». Совсем скоро начнется сезон арбузов. Официально продавать их можно будет только на специализированных ярмарках. Таких точек в городе будет 57. И работать они начнут уже с 17 июля и до 1 ноября. И все ларьки должны быть оформлены в едином архетипе. Анна Малышко, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя. Профильные департаменты правительства и законодательного собрания сегодня подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. После этого документа депутаты и члены правительства разработают правила взаимодействия в вопросах законотворчества и обмена информацией. Подписи под меморандумом поставили члены Комитета по городскому хозяйству со стороны законодательной власти и Департамента городского хозяйства, а также имущественных и земельных отношений со стороны правительства. Это один документ. Второе соглашение заключено между Комитетом по экономике законодательного собрания и экономическим блоком правительства. Мы все, подчеркиваю, работаем на наших простых севастопольцев. И беда или проблема любого севастопольца, она наша с вами проблема. Почему? Потому что мы ее должны, призваны, обязаны и должны решать. Тот шаг, который сегодня мы делаем, это шаг согласия, взаимодействия,
плодотворной, конструктивной работы законодательной ветви власти и исполнительной ветви власти. Сегодня подписание данного меморандума, я думаю, открывает двери для принятия более качественных, более эффективных и законов, и подзаконных нормативных актов. И сегодня речь идет уже не о узкой специализации, о том, что законодательное собрание выпускает законы, а правительство издает подзаконные нормативные акты. Сегодня речь идет о совместной плодотворной работе профессионалов, постоянной работе, ежедневной работе. Сергей Миняйло отметил, меморандумы подписаны пока между двумя профильными блоками. Губернатор инициирует разработку подобных документов между всеми профильными структурами законодательной и исполнительной власти. Поручение губернатора в трехдневный срок закрыть траншею в ЛАСПе исполнено. Напомним, в понедельник на аппаратном совещании Сергей Миняйло распорядился ликвидировать 800-метровую траншею в урочище ЛАСПе. Перекрытый в разгар курортного сезона участок создавал неудобства отдыхающим и мешал подъезду спасательной техники. Так дорога в ЛАСПе выглядела еще в субботу. Ведет, значит, у нас разрытие благострой. Вот. Проводятся земельные работы по электроснабжению пансионата родителей с детьми в урочище ЛАСПе на основании ордера 612. Сколько он их ведет уже по времени? Срок действия ордера до 16 июля. С 3 июня. Документы отозвать. Так точно, еще раз будет выдан какой-либо ордер на разрытие, который как в пространстве отсюда, значит, и от забора и до обеда, понесет соответствующие должностные лица, понесут ответственность. Понятно, да? Так точно. И за счет исполнительная работа, все там восстановить. А вот так теперь выглядит подъезд к бухте мечты. Сразу после получения извещения работы по прокладке кабеля владельцам пансионата были остановлены. 3 дня понадобилось на то, чтобы траншею полностью засыпать и подготовить дорогу к асфальтированию. После производства наших работ, учитывая, что мы очистили обочину полностью от ранее лежавшего на ней грунта, проезжая часть на данной территории стала еще шире. Восстановление асфальтно-бетонного покрытия будет произведено, поврежденного в ходе наших электромонтажных работ, будет произведено в конце сезона специализированной организацией за наш счет. Еще раз хотим принести извинения отдыхающим и жителям города за неудобства, принесенные нашим предприятиям в данном регионе. В целом, с задачей и замечаниями, поставленным правительством, я считаю, мы справились. Напомним, с понедельника все земляные работы в урочище временно приостановлены. Соответствующее постановление утверждено 6 июля на внеочередном заседании правительства. Сегодня с самого утра сотрудники предприятия «Автодор» начали демонтаж 9 металлоконструкций под автомобили по адресу улица Астана Кисаева, 15. Такое решение 4 июня этого года после многочисленных проверок вынесла городская комиссия по пресечению самовольного строительства. В управление земельного контроля, участковому инспектору и в законодательное собрание неоднократно поступали заявления от жителей дома с жалобами на прежнего председателя ЖСК «Монолит» о незаконном использовании придомовой территории. Противостояние между жильцами длится более года. Одна часть использует близлежащую территорию как стоянку для машин, другая видит ее как детскую площадку и зону отдыха. Конечно, мы бы хотели какой-то тенечек, какие-то деревья, иметь возможность просто отдохнуть в тени деревьев. Понимаете? Конечно, здесь получается интерес двух лагерей. Одни, кто бы хотел поставить машины, желательно в собственный гараж или под собственную крышу за 10 тысяч долларов. И интересы других, которые бы хотели опять видеть эти ленкоранские акации. Возраст их был 15 лет. Для нас был сюрпризом, когда это мы утром, в одно прекрасное утро, открыли глаза, и они были, одни пеньки от них остались. По словам начальника инспекционного отдела городского хозяйства, такие незаконные постройки в Севастополе явление частое. Сносу подлежат еще 186 объектов. Данный вопрос своими корнями уходит с 2014 года. Был долгий вопрос, решался о демонтаже, о привлечении лиц, которые установили самовольно данные конструкции. Собственнику было предложено в самостоятельный срок добровольно демонтировать в течение 10 дней данной конструкции.
Но на сегодняшний день мы видим, что конструкции стоят на месте, они не демонтированы, поэтому это будет производиться на сегодняшний день за счет правительства города Севастополя. К вечеру 9 июля ситуация поменялась кардинально. Экс-председатель жилищно-строительного кооператива все-таки изъявил желание завершить демонтаж конструкций самостоятельно. В Казачьей бухте открывается отделение расчетного центра «Севэнерго», сообщает пресс-служба компании. Острая необходимость в пункте появилась после активного заселения микрорайона военнослужащими Черноморского флота. Отныне в профильном центре каждый потребитель может заключить договор на энергоснабжение, провести сверку начислений и производственных оплат, передать показания прибора учета электроэнергии и получить ответы на многие интересующие вопросы касательно энергоснабжения. Специалисты компании ждут своих настоящих и будущих потребителей по адресу улица Казачья, 64, корпус 5. Время работы со вторника по субботу с 9 утра до 18:00. Вниманию жителей и гостей города. 10 июля в Севастополе будет проводиться международный велопробег, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим с 10 часов утра до 16:00 будет частично ограничено движение автотранспорта по маршруту велопробега. Площадь Нахимова, улица Большая Морская, площадь Ушакова, железнодорожный вокзал, остановка Матроса Кошки, улица Героев Севастополя, Малахов Курган, Сапунгара, Ялтинское кольцо и Балаклава. 12 севастопольских деятелей культуры, литературы и искусства удостоились медали имени Василия Шукшина. Среди награжденных – директор Национального музея героической обороны и освобождения Севастополя Александр Рудометов, руководитель морской библиотеки Николай Краснолицкий, директор централизованной библиотечной системы Елена Волкова, председатель Севастопольского отделения Союза журналистов России Сергей Горбачев и заслуженный артист Украины Виталий Таганов. Награда была учреждена в 2014 году в честь 85-летия писателя Василия Шукшина. Ежегодно она вручается за значительный вклад в продвижение творческого наследия автора и сохранение русского языка. Для вручения медалей в Севастополь приехал главный редактор журнала «Бийский вестник». Издание выходит на родине писателя. Мы награждаем от библиотекаря до чиновника. Каждая кандидатура рассматривается, потому что в самом деле мы не хотим опустить эту награду, носящую имя Василия Макаровича Шукшина, ну, до обыкновенной какой-то юбилейной такой вот медальки. Мы очень скрупулезно к этому делу относимся. Лично мне, конечно же, приятно, что я удостоена такой высокой миссии, потому что Василий Макарович – это как бы писатель, актер, режиссер моего поколения. Мы выросли на его фильмах, на его книгах. После вручения медалей встреча продолжилась обсуждением творчества Василия Шукшина, чтением его стихов. Артисты исполнили музыкальные композиции, а в читальном зале развернулась выставка книг, подаренных библиотеке от алтайских писателей. Среди них полное собрание произведений Василия Шукшина в 9 томах, энциклопедия о Бийске и художественная литература для детей и взрослых. В рамках проекта «Творческие школы. Мастерские искусств» в Севастополе открылась выставка работ молодых художников. Студенты и выпускники Российской академии живописи из Москвы и Санкт-Петербурга представили более 60 пейзажных полотен. На холстах природа Крыма и Севастополя. Авторы лучших картин наградили дипломами и благодарностями. По словам организаторов, начинающим живописцам выставка поможет приобщиться к лучшим образцам мирового культурного наследия и поделиться творчеством с коллегами. Художник, прежде всего, отличается, наверное, мироощущением. То есть он воспринимает окружающий мир как-то иначе. Вот. Он старается заметить то, что другие не видят. Вот это то, что он заметил, он пытается перенести на холст, чтобы перенести так, чтобы другие могли увидеть. Зрители, которые пришли сюда, и я в том числе, мы не остались равнодушными от увиденного, потому что короткий срок, там, ну, в принципе, рабочая неделя, по сути дела, и вот такие серьезные достижения в цвете, в колорите, пленэр, солнце, воздух переданный, ощущение Севастополя, ощущение жары, лета и так далее, это замечательная выставка. На этом у меня все, а эфир информационного канала Севастополя продолжается. Оставайтесь с нами.